Воинской части 6505 исполнилось 67 лет. По этому поводу во Дворце культуры Горняков прошло праздничное мероприятие, на котором побывала и наша съемочная группа. Днем образования воинской части 6505 считается 11 декабря 1965 года, когда приказом министра внутренних дел СССР в поселке Долинка был сформирован 199-й отдельный отряд конвойной охраны. В 1961 году часть была передислоцирована в Караганду на улице Сатпаева, 93/2. Наша воинская часть выполняет задачи по охране учреждений уголовной исполнительной системы, расположенных Карагандинской области, Лутауской области, также Акмолинских областях, а также выполняет задачи по конвоированию лиц, содержащих под стражей. На сегодня общая протяженность периметров охраняемых объектов составляет свыше 11 тысяч метров. Для несения боевой службы по охране объектов ежесуточно заступают более 1500 военнослужащих личного состава. Некоторые прошли путь от солдата до офицера. Вы все знаете генерала Метаева, начальника штаба легионной команды, который от солдата до генерала то же самое начинал службу нашей воинской части. Поэтому и сегодня каждому здесь сидящему, в том числе молодым солдатам здесь сидящим, есть к чему стремиться. Поздравляю весь штаб воинской части, ветеранов от всей души с этим праздником. Всех благ, успехов в нашей дальнейшей службе. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в работе в связи с празднованием 67-летия части поощрили лучших в службе офицеров, военнослужащих по контракту и солдат срочной службы. Роберт Грабзул, Харнаис Махаев, Николай Шевелев, 5 канал.